Семь знаков апокалипсиса описывают невообразимые бедствия. В конце времен Господь обрушит на землю всю мощь своего гнева. Худшее еще впереди. Эпидемии и массовые заболевания истребляли людей испокон веков. И сегодня мы сталкиваемся с новыми инфекциями, ставящими под угрозу жизни миллионов людей. Атипичная пневмония затронула 29 стран. С 1972 года малярия убила около 100 миллионов человек. Огромную тревогу вызывает у специалистов вирус птичьего гриппа. Все эти болезни можно связать с пророчеством о семи знаках. И оказался передо мной бледный конь и всадник, имя которому смерть. Это самый зловещий персонаж в пророчестве. В Откровении Иоанна Богослова есть масса отсылок к эпидемиям, которые убивают неимоверное количество людей. И всадник на бледном коне является предвестником этих жутких болезней. Это невероятно мрачный символ. Я уверен, что самые страшные эпидемии человечеству еще только предстоит увидеть. Сила ада уже вышла из-под контроля. Болезни, вирусы, смерть. Мы видим это повсюду. Если верить Библии, то примерно четверть населения Земли будет уничтожена. И в этом нет никаких сомнений. В продолжение этого фильма я хочу поблагодарить всех тех людей, которые писали мне, оставляя свои отзывы и критику. Это говорит о том, что Бог задел своей истиной всех тех, кто ознакомился с этим материалом. Я молю, чтобы эта истина о великой борьбе стала достоянием каждого, кто называет себя христианином. Либо без этой информации многие на этой земле по инерции могут уйти в погибель, которая уготована не для них, а только для дьявола и его падших ангелов. Итак, продолжим тему о великом заговоре против Христа и нас с вами. После предыдущей серии у вас, скорее всего, возникли очень много вопросов, на которые вы ищете ответ. Самый популярный из задаваемых вами вопросов является, как Папа Римский сможет заставить весь мир поклониться себе и особенно исламский мир. Ведь Папа не во всех странах является популярной личностью и даже в христианских странах. И в этом правда. Вопрос действительно очень справедливый, и как ни странно, но и на него Библия дает очень интересный ответ в Откровении 13 главе. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Обратите внимание, что вначале все человечество следит за действиями исцелевшегося папства, после чего поклоняются дракону, то есть сатане, и лишь потом окончательно полностью поклоняются зверю, Ватикану, принимая его силу, власть и религиозный авторитет. В прошлых сериях я задавался вопросом, как все человечество, которое не записано в книгу жизни, открыто поклоняется сатане? Разве могут это сделать христиане? Я уверен, что за этим кроется великий обман, о котором предупреждал сам Иисус Христос перед своей смертью, которая описана в 24 главе Матфея. Вся эта глава является пророчеством последнего времени и указанием на те события, которые будут предшествовать второму пришествию Христа. Иисус предупреждает о войнах, о болезнях, о апокалиптических природных катастрофах, и Он указывает, что перед самым Его пришествием сатана проявит свою последнюю кульминационную хитрость, чтобы обмануть тех людей, кто слепо верит своим авторитетам, не изучая Библию, которая может помочь избежать этого обмана. Итак, читаем. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал вам, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». В этом тексте Иисус предупреждает о пришествии лжемессии,
то есть лжехриста. Посмотрите, как этот текст подтверждает апостол Павел. «Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот, день Господень, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Павел открывает своим современникам и нам, что пришествие Христа не наступит до того момента, пока не произойдет великое отступление от истины. То есть христианская церковь должна будет отступить от библейской истины. На это же указывали и ветхозаветные пророки. В частности, если помните из предыдущих серий, на это указывал Даниил. Как похожи слова Павла: «противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога», со словами Даниила: «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Осмелюсь предположить, что Павел писал в третьем тексте не об одной личности, упоминая человека греха и сына погибели. Я думаю, что человек греха есть папа и его власть, а сын погибели является сам сатана, который и дал власть папе. Это подтверждается самим Павлом в следующем тексте, где он описывает пришествие лжехриста. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Итак, вы видите, что в ключевом выражении «пришествие по действию сатаны» Павел предупреждает о тандеме между папством и сатаной, который придет в обличии лжехриста. Возможно ли это? Библия говорит, что да, и даже описывает ту категорию людей, которые будут обмануты и со всякими неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Как видите, здесь говорится о людях, которые не приняли истину. Какую истину, спросите вы? Все очень просто. Библейскую, а не церковно-человеческую, соблюдение 10 заповедей и веру в Иисуса Христа. Вас мучит вопрос, как же произойдет этот великий обман? Я уже очень долго изучаю этот вопрос и пришел к выводу, что человечество запутается в сетях собственного менталитета и сложившихся стереотипов. Вот очень интересный факт, который произошел совсем недавно, на очень высоком уровне. И как вы думаете, где? В Организации Объединенных Наций. Все вы, конечно, понимаете, что эта организация подконтрольна тем тайным обществом, о которых мы говорили в прошлых сериях. Итак, новость. Организация Объединенных Наций назначили ответственное лицо за встречу с инопланетянами. Если вас это рассмешило, то я вас остерегу от скептических насмешек, так как в этой организации ничего не делается без причин и перспективы. Главой этого представительства назначена доктор Мазлан Отман, 58 лет, астрофизик из Малайзии. На самом деле, это является историческим событием для нашей цивилизации, без преувеличения, потому что впервые официально признана сама возможность контактов с инопланетянами. Что заставило ООН пойти на такой шаг? Вот что говорит сам директор этого департамента. «Несколько организаций усиленно работают над тем, чтобы установить связь с представителями внеземной разумной жизни. И есть надежда, что очень скоро это произойдет», уверена госпожа Отман. «Еще недавно я думаю, что такой проект не смог бы реализоваться, но если он уже существует официально с 2010 года, да еще и на таком высоком уровне, то значит, должна быть цель, значит, готовится база для некого грандиозного события». Известный писатель Эрик фон Деникин в своих многочисленных работах, которые я читал, он описывает главную мысль, что Бог, ангел и сатана являются жителями других миров, и с этим невозможно не согласиться, учитывая бесконечность Вселенной. Но только Деникин ошибается в одном. Он считает, что до сих пор нас в виде инопланетян посещают боги. Библия нам открыто говорит, что сатана и его ангелы больше не имеют доступа в небеса, и что они заключены на планете Земля, которую захватили когда-то. Это событие описано в Откровении 12 глава.
И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его низвержен с ним. Если внимательно читать всю 12 главу, то вы поймете, что эти события произошли в тот момент, когда сатана открыл свое лицо перед всей вселенной, убив Иисуса Христа, Сына Господа. Это было последним доказательством для всех небожителей, кто есть сатана на самом деле и к чему привел его бунт. Он и его ангелы более не имеют права на посещение небес и вселенной. Это очень важная информация для нас. Книги Деникина стали очень популярными среди христианского мира, и его труды были признаны даже Ватиканом. Сам Ватикан не отрицает того, что человечество имело контакты с инопланетянами, и поддерживает теорию того, что Иисус придет на землю второй раз, и именно Папа Римский будет сопровождать якобы Христа, показывая ему то, что небеса доверили святому престолу Рима. Чтобы понять мою мысль, давайте перейдем к более ранним библейским событиям, к Ною. Сама история допотопного мира всегда меня интриговала. Очень короткое описание, с одной стороны, но одновременно интересные факты, изложенные в 6 главе книги «Бытие». Автор, Моисей, очень коротко описывает допотопную цивилизацию, как общество, которое напрямую имело связь с демонами, то есть падшими ангелами, которое описывается как сыны Бога. Итак, читаем. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, такую, кто избрал». Многие богословы безосновательно трактуют данные тексты следующим образом, что народ того времени делился на тех, кто поклонялся Богу, и на язычников, и что наступило отступничество со стороны детей Божьих. Но когда мы изучаем более тщательно эти тексты, особенно в оригинале, то видим следующие факты. Первое. Текст указывает на две группы. Одна из них однозначно является человеческим родом, а другая группа – сынами Божьими. Я вижу явное различие между ними, но вы можете спросить справедливо, как автор, Моисей, мог назвать сатану и его ангелов сынами Божьими? Ответ дан в Библии, в книге Йова, того же автора, где Моисей описывает интересные события. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». Из этого текста мы видим, что сатана в самом начале своего бунта имел доступ к Господу, как и остальные небожители, и что он назван тоже сыном Божиим. Я хочу повториться, что с самого начала бунта сатана обвинил Творца в жестокости и несправедливости, и вся вселенная следила за развитием этого бунта. И на момент Ноя дьявол не показал до конца еще свое истинное лицо, потому и имел доступ к престолу Всевышнего. Интересно, что сатана в этом тексте указывает на то, что он является хозяином планеты Земля. Итак, я уверен, что сыны Божии, описаны в книге «Бытие», и являются падшими ангелами. Доказательством контакта демонов с людьми, а именно с человеческими женщинами, является рождение гигантских людей, которые называли исполины. Читаем далее. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди». Итак, мы видим продукт этого смешения людей и демонов – сильные исполины. Очень напоминает легенду об Атлантиде, не так ли? Я, как и множество людей, всегда задавался вопросом, что же такого совершили люди того времени, что Бог решил уничтожить всех, кроме Ноя и его семьи? И чем Ной, простой, не самый святой человек на этой земле, был отделен Господом от всех остальных? Библия говорит.
Но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнила земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел перед лицом ее, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Первым, кто описал эти события, был пророк Енох, седьмой патриарх от начала мира. Он является дедом знаменитому Ною. Енох был свидетелем тех страшных событий, о которых он описывает в своей книге, которая по непонятным мне причинам не вошла в традиционный канон. Ведь вспомните, что как пророки, так и апостол Петр и Иуда ссылались на эти свидетельства Еноха. Он описывает падение ангелов и их кровосмешение с людьми, и об этих исполинах, которые угнетали всю землю. Я советую вам прочесть эту книгу, написанную как от первого лица. Могу предполагать, что современники Ноя приняли культ сатаны, и сатана и его ангелы задались целью уничтожить человеческую расу на генетическом уровне, чтобы человека и Бога больше ничего не могло сближать. Сатана знал, что Бог создал людей по образу и подобию своему. Этот план был бы как заключительной точкой полного захвата планеты Земля. Вспомните Адольфа Гитлера и его идею о чистой расе. Тот же почерк и та же тактика. Можем ли мы поверить в то, что человечество могло смешаться с падшими ангелами? Что мы знаем об ангелах? Нам часто пытаются навязать, что это бестелесные существа, такие воздушные диаграммы, которые витают в воздухе. Но это неправда. То, что мы их сейчас не видим, не значит, что они не имеют плоти. Я не знаю, как это устроено, но знаю, что когда им надо показаться, то они показываются нам. Доказательств очень много в Библии, которые описывают приход ангелов к Аврааму, Якову и так далее. Все они были во плоти и даже вкушали человеческую еду. Нам многое пока непонятно, как это действует, но это не значит, что этого нет. Итак, потоп произошел, и Ной и его семья были спасены только по причине того, что они жили и ценили фундаментальные ценности и не смешались с остальным обществом. Думаю, что если бы не план Господа, то и поколение Ноя рано или поздно просто пали бы в этой чудовищной войне. Есть ли доказательства этой теории? Я постараюсь использовать некоторые материалы, которые явно покажут, что человечество не раз имело контакт с демонами, и их плоды сотрудничества открыты сейчас многим археологам и ученым, которые, к сожалению, трактуют свои находки и открытия в угоду сатане. Многие из них считают, что человечеству приходили на помощь небожители, или как их называют, инопланетяне, как на протяжении всей истории человечества. Привлекательная теория для тех, кто не верит Библии и не знает о истинном плане того, кто захватил нашу планету много лет назад. Итак, обратимся к интересным фактам. Для начала хочу успокоить наших богословов, которые во всем непознанном видят проделки дьявола. Вы правы, но отчасти не во всем. Нельзя отрицать многие археологические факты и тем более все списывать на иллюзии или гипноз. Это уж простите, что ни на есть и является мракобесием. Пора бы нам понимать, что сам факт того, что вы смотрите это видеоролик на своей плазме, уже является неким непознанным для нас с вами чудом. А если серьезно, то давайте рассмотрим часть доказательств не для того, чтобы возвеличить культ сатаны, а для того, чтобы открыть его планы, которые он от начала своего бунта и до наших дней целеустремленно хочет довести до кульминационного великого обмана, а именно пришествия лжехриста. Я не хочу далеко углубляться в изучение тех археологических тайн, над которыми ломают головы люди науки. Скажу, что уфологи намного ближе к истине, чем господа атеисты и эволюционисты. Уфологи, изучая странные находки во всем мире, подчас ставят в тупик официальные постулаты традиционной науки. Действительно, если вы разумный человек, то нельзя отвергать вот эти факты, которые вы видите на экране. Они существуют, и невозможно их назвать следствием гипноза и иллюзии.
Доказательство связи человека с так называемыми инопланетянами налицо, хотим мы того или нет. Разница лишь в том, кто эти инопланетяне и чему они учили людей. Изучая археологические открытия Деникина и других исследователей, я обратил внимание на интересную особенность. Контакты с так называемыми инопланетянами происходили только у языческих народов древнего мира, которые поклонялись всему чему угодно, но только не истинному Господу. Эта особенность говорит о том, что так называемые пришельцы имели какую-то цель в общении с этими народами. Соответственно, я начал искать, что общего в культах и поклонениях у этих народов, и вы можете сами в этом убедиться. Невооруженным глазом бросилось самое главное, что соединяло эти народы, которое разделяло и пространство, и время. Это поклонение Солнцу. Посмотрите только на несколько известных примеров. Египет и индейцы майя. Арийцы, жившие в Евразии и ацтеки на территории Америки. У всех этих народов один общий культ, связан на поклонение Солнцу и демонологии. Вы и я пришли к ключевому слову – демонология. Вот в чем ошибаются современные уфологи. Они, как те древние народы, принимают демонов за инопланетян. Доля истины есть, и она заключается в том, что эти демоны, в прошлом ангелы Божии, были когда-то небожителями, то есть нашим современным языком – инопланетянами. Мы говорили уже с вами, что ангелы являются реальными материальными существами, и демоны в этом смысле, то есть падшие ангелы, ничем не отличаются. Думаю, что сатане очень выгодно, чтобы люди мистифицировали все, что связано с Библией и даже с ним. Ему на руку, что люди представляют его этаким чертом с рогами и копытами. Этим самым он убивает всю разумность, вследствие чего человек просто перестает верить. И это во всем. Итак, вернемся к древним народам и так называемым инопланетянам. Какова же была цель сатаны и его демонов в этих контактах с людьми древнего мира? Первую причину я уже называл. Это научить язычников поклоняться Солнцу и, главное, научить эти цивилизации пользоваться звездным календарем и правильно вычислять день поклонения божеству по имени Солнце. Догадайтесь, какой это был день? Этот культ настолько повлиял на народы, что мы с вами пользуемся этим же календарем. Это первый день современной недели, называемый в русской интерпретации «воскресенье», или как в английском «Sunday» – «день солнца». Также он звучит на латыни и на других языках. Итак, мы видим, что сатана научил древние народы поклоняться не Богу истинному, а Солнцу. И не в седьмой день недели, как сказано в Библии, а в первый, как того захотел сатана. Зачем, вы скажете, это нужно сатане? Все просто. Он считает эту захваченную землю своим царством, в котором не должны поклоняться Творцу Вселенной. Сатана начал действовать еще тогда, для того, чтобы полностью оторвать эту планету от общей Вселенной. Бог установил свою печать творения, которая и указывала на то, что Он есть Творец, и этой печатью является суббота. Не верите? Прочтите в Библии. «И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что Я, Господь Бог ваш». Итак, этот текст явно указывает на повеление Господа. А если вам покажется и это абсурдным, тогда просто подумайте о том, что Адаму и Еве надо было соблюдать только одно – не есть плодов с одного лишь дерева, с одного из тысяч деревьев. Ведь это было так просто. Сатана, зная повеление Господа от начала мира о особом статусе субботнего дня, решил установить свою печать, свой образ на этой земле, что он и сделал. Древние времена прошли, но современные люди, христиане, не понимая причины, слепо поклоняются этому образу, который имеет такие древние и порочные корни. Вы только изучите сам акт поклонения Солнцу у многих народов, и у вас кровь застынет в жилах. Миллионы людей невинно умирали в качестве жертв для того, чтобы Солнце якобы было добрым и утром вновь встало. Ацтеки праздновали ежегодное рождение Солнца, принося огромное количество жертв, срубая головы несчастных. Видите, как сатана в виде Бога, явившегося тем древним народом, учил их мракобесию?
Он разве рассказал людям, что великий Творец создал Вселенную так, что Солнце без всяких жертв будет вставать ежедневно? Нет. В ход были пущены обман, страх и жестокость, которые царят в сердцах людей и по сей день 21 века. Людям тяжело поверить в то, что все намного разумнее и проще, чем они себе это представляют. Поговорим и о второй немаловажной части плана сатаны, которую он преследовал еще в древние времена среди язычников всего мира. В этом нам помогут современные уфологи. Вот только несколько моментов из их изучений. Фигуры в скафандрах, наскальные рисунки инопланетян и летательные объекты сильно волнуют умы современных исследователей. Это не косвенно, но прямо указывает на то, что человечество имело контакт с некими существами. Я не могу судить о способах перемещения небожителей с планеты на планету и не могу сказать, как они приходили на Землю. Об этом Библия не говорит открыто. Но точно знаю, что технологии совсем не земные и не такие грубые и примитивные, как у нас. Но сатана упорно оставляет следы в прошлом, указывающие на объекты, которые очень напоминают наши современные технологии. Наверное, в этом есть разумность со стороны падших ангелов. Человечество имеет очень слабую и узкую направленность в развитии технологий, несмотря на многие достижения. Нам легче поверить в то, что Творец, Господь, просто разыгравшаяся фантазия древнего человека, который увидел инопланетянина. На это и рассчитывал, и рассчитывает сатана. Ведь никому в голову не приходит просто взять Библию и тщательно изучить этот вопрос. Зачем? Ведь мы якобы цивилизованные, научно подкованные граждане 21 века. Зачем нам сказки в виде Библии? Разве не так ставит сатана вопрос перед человечеством? Это страшное оружие, которое использует враг в этом великом заговоре против человечества и Господа. Итак, мы теперь понимаем, что те артефакты, которые обнаружили ученые и археологи, были задуманы сатаной неспроста. Был четкий план обмануть человечество. Сейчас огромное количество христиан верит, что скоро должен прийти Христос. Папа Римский, которого учение происходит от тех древних языческих народов, открыто проповедует, что он лично будет встречать Христа и проведет отчетный экскурс по земле. ООН готовится к этому событию со своей стороны, и вот так тихо и незаметно человечество приближается к самому главному обману на этой земле – пришествие лжехриста. Представьте себе эту картину. Все средства массовой информации говорят о странном объекте в небе, о сигналах с космоса, которые говорят, что скоро должно что-то произойти уникальное. Человечество, которое находится под влиянием религиозных обманщиков и уфологов, ликует от долгожданного пришествия Мессии. Учитывая политический и экономический кризис и усталость людей, все будут ждать политических перемен. И вот это произошло. Какой-то космический объект приземлился, и выходит тот, который обманул миллиарды людей, но они этого пока не знают. Ладно, с сатаной мы все понимаем, враг Бога и так далее, но что же с человечеством? Чтобы понять это, давайте вернемся в Израиль времен Иисуса Христа. Общество того времени очень похоже на наше современное общество, хотя нас разделяют 2000 лет. Они религиозны, сильно политизированы, экономический кризис и, главное, все ждут избавления от этого всего. Они ждали свою Мессию, но когда Он пришел, они не захотели Его признать. Почему? Ответ простой и стар, как этот несчастный мир. Человек слишком пропитан своим пониманием мироздания и слишком материален. В этом, конечно, сатана преуспел. Иисус принес им духовную свободу, а они искали избавления от римлян. Иисус указывал им на Библию и пророков, а они чтили и исполняли наставления своих земных, слепых учителей. Скажите, разве сейчас мы с вами не повторяем ошибку Израиля? С точностью. Прошло 2000 лет, но мы, люди, остались такими же глупыми. У нас есть руководство, данное Богом, Библия, а мы верим нашим духовным наставникам и их сказкам. У нас есть Бог, который желает нам дать другой мир, а мы верим сатане и кушаем с его рук, как слепые щенки. Страшная беда заключается в том, что люди поверят сатане и примут его как Христа. И вот тогда произойдет следующее. Первое. Решится тот самый мусульманский вопрос. Это то, что позволит всему исламскому миру, который тоже ждет Христа, принять авторитет Папы Римского. Папа Римский получит полную власть от дракона. Вы только представьте себе тщеславие самого Папы.
он публично будет назван человеком номер один. А люди поклонятся все до одного папе, кроме тех, кто будет знать истину, и в том числе ту, о которой этот фильм. Конечно, чтобы понять, где фальшь, нужно изучить истину. Главная беда, что люди не хотят обращать внимание на то, что говорил сам Иисус Христос. Он не оставляет нас в неведении и открывает тайну своего пришествия. Он указывает, как именно произойдет его пришествие и чем оно будет отличаться от пришествия лжехриста. Читаем далее у Матфея. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громкогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». А вот что пишет в дополнение апостол Павел. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Как вы видите, Иисус не спустится на эту землю, а мы, оставшиеся в живых или воскресшие из мертвых, поднимемся к Нему навстречу. Таким образом, не знаю, но верю, к чему призываю и вас. Некоторые люди со скептицизмом относятся к библейским пророчествам. Они отказываются верить, что их небесный покровитель может обрушить на головы смертных столь жестокие наказания. Но продолжая изучать предсказания о семи знаках апокалипсиса, мы понимаем, что в смутные времена грань между современной наукой и древней мудростью начинает стираться. Сегодня человечество стоит на пороге эпохи, которая может принести доселе невиданные разрушения и бедствия. Об этом свидетельствует следующий знак. Только за последние десятилетия на планете произошло несколько катастрофических землетрясений. Землетрясение 2004 года на Суматре, затем цунами, убившее как минимум 270 тысяч человек. Бедствие в Китае, унесшее жизни 80 тысяч жителей. И, наконец, пакистанское землетрясение 2005 года. Количество жертв около 80 тысяч. Сотни тысяч погибших. Среди них женщины, дети, старики. Могут ли эти катаклизмы быть связаны с мрачными библейскими предсказаниями? Для тех, кто верит в семь знаков, параллель очевидна. Когда Агнец сломал шестую печать, я взглянул, и произошло землетрясение великое. По мнению верующих, худшее еще впереди. Ничего подобного в истории человечества еще не происходило. Эта катастрофа оставит неизгладимый след. Она потрясет людей до глубины души. Представьте себе серию подземных толчков максимальной мощности, которые сотрясают разные континенты одновременно. Даже ученые напуганы подобной перспективой. Мы пытаемся спрогнозировать масштабы потерь здесь, в Америке. Но если подобное произойдет, скажем, в Бангладеш, количество жертв будет просто ужасающим. Для многих христиан это еще одно доказательство того, насколько важно пророчество о семи знаках. Мы видим, что Господь намеревается сотрясти наш мир, чтобы напомнить о том, насколько мы нуждаемся в вере.
Землетрясения играли центральную роль в тексте пророчества. Они связаны не только с символизмом шестой печати. Именно посредством подземных толчков Бог вершит свой суд в Откровении Иоанна Богослова. В отрывке о седьмой чаше гнева говорится, что мир ожидает настолько кошмарное землетрясение, что человек не способен его вообразить. Горы сравняются с землей по всей планете, острова будут стерты в порошок, города исчезнут навсегда. Так воплотится древнее пророчество. Сегодня я вновь хочу вернуться ко второму зверю из Откровения 13 главы, то есть к США. Хотим мы этого или нет, но этот персонаж до конца дней будет активно влиять на мировую историю человечества и участвовать в этом великом заговоре против Христа и его народа. Так уж повелось на планете Земля, что социальное неравенство делило людей на состоятельных и бедных. И не всегда богатый – это плохой персонаж, как и не всегда нищий – положительный герой. Библия нам показывает разные случаи жизни людей. Авраам был богат, но нес это с ответственностью и жил не ради наживы, тогда как его племянник не особо чтил Бога, и вы знаете, как его выбор сыграл с ним горькую шутку. Жадность Лота затмила его разум и отдалила его и его семью от Бога. Так часто бывает, и так было всегда на протяжении всей истории. Сатана знает эту слабость человека и, конечно, использует эту кнопку в своих грязных играх против человечества. Будучи ребенком, я не понимал, чем так ценно золото и чем оно отличается от других металлов, и почему люди так серьезно и трепетно относятся и к другим материальным вещам и ценностям. Я не понимал, как одежда или обувь могут стать предметом гордости и высокомерия. Я хорошо помню те прекрасные, беззаботные времена. Конечно, прошло время, и я сам стал пленником этой системы. Сегодня я постараюсь открыть тот коварный план, который приготовили для всех нас падшие ангелы и их предводитель Сатана. Эта тема покажет нам оборотную сторону той медали, которую в мире называют экономикой, а для нас, простых людей, достатком и уютом. Мы с детства привыкли практически все покупать, и наши дети, как и мы, иногда не знаем, как это растет или добывается. Век удобств и высоких технологий. Вы спросите, а что в этом плохого? Для того, чтобы ответить подробнее, я приглашаю вас в путешествие в прошлое, а именно на 100 с лишним лет назад. В 1883 году Вильгельм Даймлер создал первый бензиновый двигатель внутреннего сгорания. С этого момента вся история мира пошла по другому пути развития. Именно это открытие привело к многочисленным войнам в 20 и 21 веке. Нефть стала дороже золота и дороже человеческих жизней. Я не могу сказать, что именно Сатана стоит за этим открытием, но знаю наверняка, что именно он использовал это открытие в проклятие для человечества. Всегда у руля этого мира стояли состоятельные люди, о которых мы говорили в прошлых лекциях. Масоны и другие тайные кланы очень быстро оценили ситуацию и поняли, как из жидкой грязи делать большие деньги. С каждым годом индустрия росла, и аппетиты у человечества росли. Сатана понял, на кого ставить в этой борьбе. Эти люди сами продались врагу, не осознавая того. Они знали, что им нужно создать такую систему, которая позволила бы им захватить весь мир, практически не вкладывая больших усилий и финансов. Первый такой шаг был сделан в начале 20 века, в разгар сильного кризиса в США. В 1910 году на острове Джекил прошла тайная встреча Рокфеллера, Моргана и Ротшильда. На этой встрече они создавали тайный заговор, а попросту говоря, преступление века. Их бизнес-план был поистине масштабный, и вы вскоре сможете это оценить. Этот проект назывался «Акт Федерального резерва». Первой частью этого проекта было привести к власти своего президента, которым стал в 1913 году Вудро Вильсон.
За 2 дня до Рождества, когда большинство конгрессменов отсутствовало, Вильсон смог протолкнуть закон о создании Федерального резерва. Это была большая победа банкиров. Чтобы понять проще, что именно произошло, то я приведу простой пример. Представьте, что у меня, и только у меня дома есть станок по производству денег, который обходится мне в 1 копейку. А я меняю с вами эти деньги, бумажки, на реальные продукты, вещи и так далее, которые имеют реальную ценность, ну, допустим, в 1000 рублей. Подсчитайте мою прибыль. И главное, что я же буду руководить всеми вашими деньгами, которые у вас в ваших карманах. И я буду платить зарплату полиции, президенту и всей власти. Как вы думаете, какой властью буду обладать я? Вот в этом и заключается этот великий обман. Эти люди создали себе кормушку, практически ничего не вкладывая. Позже этот горе-президент каялся, что привел к власти этих акул. Вот что он писал перед смертью. «Наша промышленная держава контролируется кредитной системой, которая находится в частных руках банкиров. Рост нашей страны и вся наша система находится под контролем нескольких человек, которые озабочены своим бизнесом, где вращаются их деньги. Мы оказались самым безвольным и самым подконтрольным правительством во всем мире. Мы уже не правительство народа, а правительство под властью этих людей. Они узурпировали власть». Но эти ребята не останавливались на Америке. Им нужен был весь мир. Они наблюдали за тем, как на другой части света бурно развивалась экономика. Россия и Германия были странами, которые наступали на пятки, и их пора было уничтожать. Второй частью этого плана было развернуть масштабные войны. Зачем, вы спросите? Ответ кроется даже не в самой войне, а в последствии этих войн. Когда в Европе прошли эти кровопролитные, чудовищные войны, которые принесли немало прибыли нашим финансовым акулам, наступило время реализоваться следующему пункту этого бизнес-плана. Разоренная Европа очень нуждалась в финансовой помощи и кредитах. Вот тогда и заработали по-настоящему денежные станки в федеральном агентстве. Представьте, как банкиры давали свои бумажки в кредит под проценты тем странам, которые они сами разрушили. Взамен эти страны должны были отдавать натуральные товары, в том числе и нефть. Вы, наверное, слышали о таком понятии, как нефтедоллары. Эти ребята реализовали самое желаемое в их проекте, а именно уравняли свои зеленые бумажки к главному энергетику этой планеты, к нефти. Это была для них большая победа, они ликовали. Но радоваться за них лично я не стану. Давайте посмотрим, что стоил Земле и людям этот бизнес-план. Первая мировая война унесла 22 миллиона человек. Вторая мировая война унесла 56 миллионов человек. Эти банкиры не отмоются от этого. Никогда. Но вы думаете, что это их остановило? Нет. Они понимают, что залог их дальнейшего успеха и стабильности – это создание сверхсильной державы. Они лоббируют закон за законом и устраивают все новые и новые конфликты, показывая всему миру, кто есть хозяин. США превращается в жандарма планеты Земля. После падения СССР правительство США придумывает нового и очень удобного себе врага – терроризм. Они готовы жертвовать своими гражданами и инициировать теракты лишь для того, чтобы под маской борьбы с терроризмом захватывать все новые и новые территории. К примеру, 11 сентября 2001 года изменило всю историю нашей планеты и развязало руки этим тайным правителям. Обратите внимание, как легко, всего лишь за несколько лет решается исламский вопрос. Переворот за переворотом. Библия в 13 главе Откровения Иоанна открыто описывает характер этой страны. Вот как в истории подтверждаются эти пророчества.
Некий Дали Салин, директор ЦРУ США, писал в своем проекте по уничтожению непокорных стран следующее. «Придет время, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в этих странах. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности». Далее он пишет: «Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражда народов. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколение. Будем браться за людей с детских и юношеских лет. И главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать». Это было сказано в 1961 году, 50 лет назад. Скажите, мы разве не видим, что творится в мире? Или у нас в странах? У нас в городах? Культ секса, удовольствия и жадности ко всему плотскому. Зачем, скажете, это делать? Какие цели у этих закулисных людей? Ответ простой. Этим людям нужны деньги и власть. Сатане нужны наши души, погрязшие в грехах. И этот факт уже не делает нас непричастными во всем этом хаосе. В этой хитросплетенной системе эти люди держат нас под контролем и обольщают нас теми или иными ценностями. Обычно эти ценности сводятся к нашим привычкам, бытовому уюту и не являются сокровищами графа Монте-Кристо. Поверьте, что когда у нас выключают электричество, мы сразу испытываем неудобство и раздражительность. А если вдруг провайдер оборвал связь интернета, то это сущая катастрофа. Знакомо? Правда? И так во всем. И лишь потому, что мы стали рабами этой системы. Призываю ли я не пользоваться удобствами и цивилизацией? Нет, конечно. Но я призываю, чтобы мы были свободными от этих благ. Почему? Скоро вы все поймете. Каким желают видеть нас эти закулисные господа? И совпадают ли их цели с целями сатаны? Давайте рассмотрим и это. Далис Аллен говорил о силе безнравственности так, будто являлся послом самого дьявола. Посмотрите и рассудите далее его рассуждения. Первое. Нужно создать из человека легко восприимчивый материал. Человек должен был безвольный, глупый, страстный, зависимый и физически больной. Второе. Поставить человеку новые приоритеты и ценности. Богатство, сексуальность, вседозволенность, жажда удовольствий. Третье. Внушить человеческую идеологию. То есть патриотизм, веру в демократию, ложная религия, основанная на человеческом культе. Скажите, часто ли вы слышите с экранов, телевизоров призыв к соблюдению закона Божьего? Вряд ли. Но зато телевизор постоянно кричит о правах человека и о демократии. Следующее, четвертое. Указать человеку, что с ним будет, если он не подчинится властям. Это внушение страха, финансовая зависимость, лишение свободы и смерть. Ответьте себе на вопрос, сколько из выше перечисленных пунктов соответствует вашей жизни и образу жизни? Когда мы привыкаем к этому образу жизни, нами двигают привычки. Именно в этот момент нами легко управлять. Представьте, у вас есть работа, и вы купили дом в кредит, автомобиль, и вдруг наступает очередной кризис, и у вас это все в одночасье пропадает. Вы в шоке. У вас нет работы, вы не востребованы, и вам приходится менять свои 200 квадратных метров на 30 и ходить пешком, и довольствоваться пособием, на которое не купишь всего того, к чему вы так привыкли. И вдруг, через определенное время, вам кидают обглоданную кость на больших условиях,
И вы готовы на все, чтобы только вернуть себе все то, чего вы лишились. Один бывший конгрессмен Гринберг сказал как-то: «Акт Федерального резерва позволяет создавать кризисы на научной основе. Нынешний кризис спланирован как математическое уравнение». Это было сказано после наступления большого кризиса в США в 1929 году, который прозвали «Великой депрессией США». Другой конгрессмен, Луис Макфаден, выступил против действий Федерального фонда и поднимал не раз вопрос о закрытии этого учреждения. «Это был тщательно продуманный инцидент», — говорил он. «Банкиры намеренно создали отчаянное положение, чтобы получить контроль над всеми нами». На этого смелого конгрессмена дважды покушались, и все-таки его убили. Он умер от яда. С тех пор эти господа еще более усовершенствовали свои аферы, которые реализуются на крови. Интересно, что если раньше доллар имел золотую основу, то с 1933 года у людей были насильно под страхом уголовного преследования изъяты все золотые запасы, после чего доллар основательно превратился в макулатуру. Если вспомнить предыдущие серии, то вы знаете окончательную цель этих господ – тотальный контроль с помощью чипов и электронных денег. Это вершина их желаний. Очень скоро человека вновь ткнут носом в очередной кризис. Заметьте, что все кризисы в мире приходили из США, и они всегда происходили накануне каких-то страшных событий. Поверьте, что этот кризис не исключение, а как предупреждение всем нам. Какой же выход из данной ситуации? И есть ли этот выход у нас, у христиан? Об этом мы поговорим в следующей, не менее интересной заключительной серии. Итак, сделанный вывод, что второй зверь, описанный в 13 главе, не дремлет. И США с 11 сентября 2001 года пошел в полномасштабное наступление. Он заставляет и обольщает весь мир. Его цель – власть и деньги. Но сатана использует этого зверя как инструмент для служения первому зверю – папству. Они поделили власть. Папство – религиозный лидер. США – политический и экономический. Оба они готовят к реализации новый мировой порядок. И как мы говорили в позапрошлой серии, изучая тайну 17 главы Откровения, что времени осталось очень мало, и что восьмой папа и будет тем, кто объединит этот новый мировой порядок и примет всю власть от мира, но, слава Богу, на очень короткое время. Наша цель — говорить миру правду, а мир должен уже сегодня сделать свой выбор. Очевидно, что заключительное и самое жестокое бедствие будет связано с последним знаком. Это Армагеддон. «И увидел я тогда зверя, и царей земных вместе с армиями их, собравшимися воевать, сидящим на коне и с войском его». Согласно книге Откровения, первый всадник появляется снова, и на этот раз нам известно его имя. Противостоять Иисусу будет Антихрист. Это и есть финальная битва в истории между добром и злом. На
Масштаб этой битвы будет невообразимым. Все нации Земли окажутся вовлечены в этот конфликт. Нам также известно место, где состоится финальная схватка. На территории Израиля находится гора под названием Мегиддо. В истории насчитывается более 20 битв, целью которой был захват участка, на котором она стоит. Пророчество об Армагеддоне имело большое историческое значение. Рыцари-крестоносцы, сражавшиеся в 11-13 веках, считали, что их миссия является воплощение в жизнь жестокого откровения семи знаков. И по сей день пророчество об Армагеддоне продолжает волновать умы людей. Многие верующие убеждены в том, что зловещие предсказания станут реальностью в самое ближайшее время. Мы живем в жестоком и непредсказуемом мире. Нас окружают террористы и религиозные фанатики. Военные технологии также развиваются, и люди опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля. Для некоторых людей угроза ядерной войны всегда была связана с концепцией Армагеддона. Посмотрите, сколько сегодня на планете ядерного оружия. При этом нам мало что известно о бактериологических видах вооружений, которые создаются в лабораториях. Можно констатировать, что никогда еще в истории человечество не обладало арсеналом, способным полностью уничтожить наш мир за считанные дни. Перед тем, как приступить к заключительной части этого фильма, я хочу призвать вас быть предельно честными перед самим собой. Мы, люди, подчас испытываем сытую самоуверенность в тех или иных убеждениях и слепо верим тем людям, которые привили нам эту уверенность. Я не прошу верить мне. Я предлагаю вам испытывать каждое мое слово только посредством одного мерила – Словом Божьим, то есть Библией. Я предлагаю вам на это время отказаться от своего гражданства, религиозных убеждений и человеческих стереотипов. Примите на эти полчаса гражданство Господа нашего Иисуса Христа, который и научит нас всех истине, которая основана на Его Конституции, а не на баснях человеческих. Итак, вы Христовы. И это правда так, как именно Иисус отдал за каждого из нас жизнь, чтобы мы могли иметь вечное будущее. Библия с первых строк рассказывает о Творце, которого мы называем Богом. Этот Творец создал не только нашу планету, но и всю Вселенную. Как это произошло, ни я, ни вы не знаем. Это великая тайна. Но мы, разумные люди, понимаем, что вся Вселенная работает как самые точные часы, и в ней нет хаоса. Все создано разумно и имеет свое предназначение. Та личность, которую мы называем Богом, создала огромное количество обитаемых миров. Ангелы, его помощники с любовью и трепетом участвуют в работе своего лидера. Каждый из них имеет свои обязанности и особые таланты. Наша планета стала по воле Творца очередным созданным миром. Даже сейчас, следя за природой в этом далеко не совершенном мире, мы не перестаем восхищаться и удивляться тому, как все гармонично. У Бога есть свои законы, по которым живет вся Вселенная, и эти законы основываются на любви и порядке. Потому что наш Бог есть Бог порядка и любви. Конечно, живя в современном мире, где каждый день происходят убийства и катаклизмы, не особо верится в гармонию любви и добра. Многие люди отказываются верить в Бога только из-за того великого разочарования. И действительно, наша Земля, единственная планета в этой вселенной, носится по просторам, как огромное кладбище, напоминая всем мирам, что произошло много лет назад на небе. Эта история произошла задолго до появления Земли. Представьте себе другой совершенный мир, планету, где обитает Творец и его ангелы. Я уже не упоминаю остальные созданные миры, так как их количество бесконечно, как и вся вселенная. От таких мыслей у нас, грешных людей, начинают закипать мозги, не правда ли?
Там, далеко во Вселенной, Бог создал ангелов, существ, которые лишь малым отличаются от человека, совершенного, то есть первоначального Адама. Эти ангелы, как мы и говорили раньше, являются личностями материальными, как и вся Вселенная. Они и помогали Творцу творить материальные миры, и лишь только Господь мог дать ту энергию жизни, которая потом могла жить вечно. Для этого всем созданным существам нужно было всего лишь доверять своему Творцу и верить его любви и намерениям. Каждое созданное существо, будь то ангел или человек, были созданы свободными. Вселенная не знала, что такое зло, и жила в полной гармонии многие и многие года, пока не произошло то событие, которое перевернуло всю историю Вселенной. Творец знал о той опасности, которая может произойти, создавая абсолютно свободных личностей, и как самое разумное существо во Вселенной, от начала мира он создал план спасения от возможного бунта и войны. Творец создал свой план, основываясь на неповторимой любви. Он с полной ответственностью осознавал, что его творения не просили их создавать, и за их возможный бунт нужна будет искупительная жертва, которую может понести только его царская кровь. Библия описывает, что Бог-творец имел еще до начала мира своего родного сына. И именно этот сын пожелал стать той жертвой на случай Вселенской войны, чтобы спасти тех, кого он с отцом создал. Странно, что именно этот план стал предлогом и причиной этого небесного конфликта. У Творца был главный ангел по имени Люцифер. Он был самым талантливым и самым активным ангелом во Вселенной. Он имел власть, которой никто на небесах не обладал. Но оказалось, что ему было и этого мало. Люцифер не захотел воспринимать князя Вселенной, сына Творца. Он не мог смириться с тем, что есть тот, который ближе к Господу. С одной стороны, для нас с вами банальнейшая история, которую мы наблюдаем чуть ли не каждый день, правда? Но для Вселенной это было нечто новое. Я не знаю, сколько лет этот червь точил сердце Люцифера, но пришла кульминация этих событий, и он открыто выступил против Творца, к тому времени проведя свою подрывную работу среди других ангелов. Он внушал своим подчиненным ангелам, что Бог несправедлив к ним и что они достойны большего, и так постепенно произошло разделение. Часть ангелов, а именно третья часть, присоединилась к Люциферу, и они покинули этот центр Вселенной и отправились по всей Вселенной, чтобы распространять свой бунт. Я не знаю, как себя чувствовал Творец, но предполагаю, что ему было очень печально за своего Люцифера и тех, кто к нему примкнул. Многие спрашивают, почему же Бог не уничтожил Люцифера сразу? Убил бы его, и все. Нет Люцифера, нет и проблемы. Чтобы понять ответ на эту справедливость с нашей точки зрения вопрос, предлагаю вам стать ангелом, который никогда не видел, что есть смерть, и который абсолютно совершенен в своих помышлениях. Ну вот вы стоите среди других ангелов и среди Бога, и видите, как Люцифер только захотел заикнуться о чем-то, как вдруг огонь пожрал его, и нет его больше. Какое чувство возникло бы у вас от увиденного? Думаю, что вы впервые в жизни почувствовали бы, что такое страх. Давайте порассуждаем немного. Вы можете подумать, что Вселенная разделилась на двое. Одни с Люцифером, а другие с Богом. Но это не так. Была и третья сторона, которая не понимали, что происходит. Что в их умах происходило? И вдруг они узнали бы, что Бог просто убил Люцифера. Тогда они, возможно, стали бы просто бояться Бога и служить Ему, и Вселенной, и всем творениям Божьим из страха. А рано или поздно этот страх их бы уничтожил. Господь есть любовь и справедливо позволил Люциферу проявить себя. Вселенная должна была сама понять, к чему приведет этот бунт. Творец ждал теперь, как поведут себя им созданные миры. Думаю, что в его план спасения входило простое испытание для всех его созданий. А именно, я предполагаю, что на каждой созданной планете было свое запретное дерево, как испытание. Это было самое простое правило, в том числе и для наших прародителей, Адама и Евы. Сатана путешествовал по Вселенной, но нигде не нашел поддержки. К тому времени Творец создал и наш мир, и создал как утешение после того огорчения, которое он пережил.
Адам и Ева имели возможность общаться с Богом напрямую и с Его Сыном. Ангелы с умилением наблюдали за первыми шагами нашей планеты, но оказалось, что они были не единственными посетителями этой планеты. Люцифер, который стал сатаной, что означает лжец и клеветник, наблюдал за новым миром, который был последним творением Господа. Предполагаю, что ему очень захотелось сломать этих людей, и, к великому сожалению, у него это вышло. С тех пор прошло много лет. Сатана за это время принес очень много горя этой земле. Но Бог, как и обещал, дал шанс нашей планете и послал Сына Своего Единородного, которого на земле мы называем Иисусом Христом. Именно приход Иисуса сломал все планы сатане. Изначально он старался сделать все возможное, чтобы у Бога не было своего представительства на планете Земля. Он не хотел, чтобы у Бога был свой избранный народ и делал все возможное, чтобы сбить с пути истинного народ по имени Израиль. Он знал, что именно из этого народа должен родиться Сын Человеческий, который своим явлением соединит землю с небесами через свою жертвенную царскую кровь, пролитую за всех нас. Вы только вспомните, как остервенело сопротивлялся сатана рождению Иисуса. Вспомните 2000 убитых младенцев. Вспомните, как он питал надежды, искушая Иисуса в пустыне, что царь вселенной отступит от своих принципов. И как он мучил Иисуса в Гефсиманском саду, внушая ему, что его жертва не будет оценена грешными людьми. И в конце концов, сатана применил пытки и жестокую казнь ко Христу, надеясь, что царь вселенной сломается под натиском жестокости человеческой и вероятной смерти. Но наш Иисус все выдержал и победил на кресте, сказав всей вселенной: «Свершилось». Свершился план спасения. Тогда у сатаны оставался только один шанс – не дать Иисусу воскреснуть. Но это уже было не в его компетенции. Христос воскрес и победил зло. Сатана, наверное, только тогда понял, что тем, что он мучил Христа и убил его на глазах всей вселенной, тем самым проиграл великую борьбу. Всей вселенной открылось истинное лицо сатаны и к чему привел его бунт. Он осознал, что время теперь против него, и это единственная его надежда уничтожить истину на этой земле, чтобы никто и никогда не вспоминал о Иисусе Христе, о царе, который отдал людям надежду на жизнь в другом мире, на жизнь вечную. И вот с того момента он развернул этот великий заговор против Христа и его народа. Вы только представьте, если бы у сатаны и его ангелов действительно получилось бы навсегда убить в людях веру и надежду на спасение. Представьте, что люди бы просто забыли, кто есть Спаситель. Тогда сатана знал бы наверняка, что план Бога не сработал, и значит, он и его ангелы правы в своем бунте. Можете представить ликование врага и всех его демонов, но, слава Богу, этого не произошло. Конечно, враг во многом преуспел и сделал более страшную картину, чем может показаться на первый взгляд. Христианская церковь после великих гонений первых веков все же отступила от своей истины, смешавшись с языческими обрядами и баснями. Давайте взглянем на этот конфликт в космическом масштабе. Люди так привыкли к земле и своему земному, что перестали видеть дальше своего холодильника и, простите, туалета. Я знаю, что каждый из вас задавался вопросом, когда смотрел в ночное бесконечное небо, завороженный мерцаниями рядами звезд, что там далее, и кто создал все это великолепие. Конечно, после того, как мы отпускали свой взгляд на землю, сатана находил разные поводы и причины, чтобы отвлечь нас чем угодно, чтобы нас не привлекало то небо, с которого он был изгнан когда-то. Проблема человечества в том и состоит, что мы так редко задумываемся о вечном, а все чаще о земном. Я сейчас не говорю о тех людях, которые по сути своей отвергают Господа, а говорю о нас, христианах. Знаем ли мы то, во что верим? Живем ли по истинной библейской вере?
Давайте рассмотрим нашу Библию как некий архив информации, который нам был послан на землю, как некое связующее звено между нами и небом. О чем эта книга? В первую очередь Библия есть тот план спасения, который создал Господь. Она открывает всем нам великую жертву Иисуса Христа. Она написана Творцом, который использовал своих человеческих детей, пророков и учеников. Библия – та книга, которая сама себя объясняет, и она так легко открывает тайны, если ее тщательно изучать. Ну давайте, в принципе, подумаем. Вы, когда хотите стать великим медиком или физиком, то упорно изучаете свои предметы для того, чтобы когда-нибудь, возможно, получить Нобелевскую премию. И ради этого честолюбивого момента, который вряд ли в вашей жизни произойдет, вы тратите всю вашу жизнь, здоровье и так далее. Один древний мудрец сказал великую истину. Мудр не тот, кто знает все, а тот, кто знает самое необходимое и важное. Разве с этим можно не согласиться? Библия является и нашей конституцией, и нашим мерилом нравственных законов. Откройте 20 главу Исхода и почитайте, как звучат 10 заповедей. Этот закон настолько совершенен и точен с юридической точки зрения, что ни один вменяемый юрист не сможет и не захочет его оспорить. На этом законе 10 заповедях основывается вся мораль Библии и Вселенной. Чтобы понять, как далеко мы с вами ушли, давайте разберем важность этого закона. Я не хочу идти по стандартному и стоптанному пути многих проповедников и засыпать вас горой текстов из Библии. Если вы гражданин Царства Господа, хотя бы на эти полчаса, то вы, как разумное дитя Вселенной, трезво будете рассуждать, что для того, чтобы понять, что есть плохо и что есть хорошо, должен быть закон, как некое зеркало, указывающее на нашу грязь. Закон 10 заповедей – это граница, которая четко разделяет зло от добра. Чтобы понять важность каждой заповеди, давайте рассмотрим, насколько все они мешают сатане и его ангелам. Заметьте, что только сатана решил оспорить закон Вселенной. Давайте рассмотрим заповеди и принципы сатаны. Он прекрасно понимал, что 4 заповеди на первой скрижали в руках Моисея обозначали отношение человека к Богу, а остальные 6 заповедей на второй скрижали указывали на отношение людей друг к другу. Он, сатана, знал, что все эти заповеди монолитны, и нарушение хоть одной из них уже является преступлением против Вселенной. Но он хотел разрушить все 10 заповедей, чтобы ничто не могло указывать на истину. Представьте, что в правилах дорожного движения вдруг образовалась брешь, и этим мгновенно кто-то воспользуется, что приведет к катастрофе. Так и здесь. Заповеди сатаны звучат примерно так. Создай себе богов и поклоняйся чему угодно, ибо я тебе все это дарил. Я создам тебе пример, чтоб ты, человек, подражал им и поклонялся им. Если в суете своей и в раздражении ты вспомнишь Всевышнего, то не бойся его, ибо я, сатана, твой хозяин, и жизнь твоя, и твоих потомков в твоих руках. Чти день первый, день солнца, который греет тебя, и поклоняйся мне в этот день. Это мой образ навеки. Забудь отца и мать твою, они отработали материал. Думай только о себе, либо только я могу пробить дни жизни твоей. Если тебе мешает ближний твой, то убей его. Ни человека, ни проблемы. Тебе нужны плотские удовольствия и секс. Делай все, что пожелаешь. Нет границ. Я даю тебе это право. Укради все, что тебе нужно. Я тебе это отдаю. Лжесвидетельствуй. Свои интересы дороже. Ты желаешь жену ближнего своего, его дом и все, что у него есть. Тебе досадно, что у тебя этого нет. Так возьми и не робей, выигрывай с ней. Вас это не испугало? Меня, как автора этого фильма, даже очень. Но в реальности заповеди сатаны на этих принципах и основываются. Обратите внимание, что традиционная церковь давно нарушила вторую заповедь, поклоняясь мощам, изображениям и статуям. Эта заповедь католиками была вообще упразднена, и чтобы сохранить порядковый номер, они разделили 10-ю заповедь на 2 части. Посмотрите, что говорит Бог об этом пороке в книге Исаии.
Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейший их не приносит никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не произносящего никакой пользы? Все, участвующие в этом, будут постыжны, ибо художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут они, и устрашатся, и все будут постыжны. Далее. «Кому уподобите меня, — говорит Господь, — сравните и с кем сличите, чтобы мы были исходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и подвергаются перед ним. Поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не сдвигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами, примите это, отступники, к сердцу». Конечно, нет предела человеческому безумию. Ведь так несложно понять, что как можно поклоняться тому, что создано человеческой рукой, бездушному предмету. Следующей заповедью, о которой уже много тысяч лет спотыкаются все, именующие себя христианами, является четвертая заповедь закона. Как сатана боролся и борется с четвертой заповедью? Интересно, что эта заповедь была озвучена Господом еще в Эдемском саду, до грехопадения человечества, и до сих пор является камнем преткновения для многих людей. Как я и говорил в прошлых сериях, что это единственная заповедь, которая указывает напрямую, что Господь является нашим Творцом. Как эту информацию хотел уничтожить сатана, который себя считает нашим хозяином и Богом? Люди соблюдают другой день отдыха и упорно пытаются доказать свою правоту. Но скажите, разве заповеди сатаны не убеждают вас в том, что ему мешают Божьи заповеди, как не убей, так и чти день субботний? Особенно если учитывать, что Бог основал субботу как знамение между ним и своим народом. Обратите внимание, дорогие сограждане Царства Вселенной, что Бог говорит в книге Исаии, в заключительной главе своего пророчества о новой земле. «Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицом мое на поклонение, говорит Господь». Разве против этих слов пророчества можно устоять? Буквально несколько дней назад прозвучала сенсационная новость в христианском мире. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал важное заявление для всего христианского мира. «В то время, — говорит он, — как многие протестантские лидеры провозглашают абсурдную ересь об отмене 10 заповедей Божьих, патриарх указал на потребность человека в еженедельном покое, собственно, для чего и дан Богом день субботний. Но дискуссия вокруг нее длится веками. Нужен ли человеку еженедельный субботний покой? Какой день Бог осветил и заповедовал помнить? День субботний или день воскресный? Остается ли в силе эта заповедь в 21 веке? Во-первых, заповедь о еженедельном отдыхе, помни день субботний, чтобы святить его, это одна из 10 заповедей Божьих, такая же, как и не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать. Игнорирование еженедельным субботним отдыхом обязательно приведет к нежелательным последствиям, потере здоровья и незапланированным визитам в больницу. Не лучше ли следовать Божьему совету относительно распределения труда и отдыха и помнить день субботний, чтобы святить его? Для христиан важно помнить о том, что Господь по обыкновению праздновал субботу и учил, что заповедь Божия стоит выше предания человеческого. Примечательно, что современное западное предание считает законничеством соблюдать заповеди Божии, в то время как Священное Писание называет нарушением заповеди беззаконием. Сын Божий Иисус отметил, что пришел не нарушать закон, но исполнить и возвеличить его. Апостолы тоже по обыкновению праздновали субботу. Библейским признаком святых, принадлежащих Божьей Церкви, есть вера в Иисуса Христа и соблюдение всех 10 заповедей Божьих. Во-вторых, Бог заповедовал святить день субботний, а не воскресный. Богословам известно, что в Священном Писании нет Божьего указания святить воскресенье, первый день недели. Почему первый день? Все четыре Евангелия повествуют о том, что Христос воскрес в первый день недели, то есть воскресенье.
а Бог осветил, с греческого отделил, седьмой день для еженедельного покоя. Поэтому отдыхать в воскресенье можно, как и в любой другой день недели. Но светить воскресенье, считать грехом заниматься обычной работой в этот день, не только не имеет никакого смысла в связи с отсутствием библейского подтверждения, но и является нарушением четвертой заповеди Божией. И в заключение патриарх Кирилл сказал: «Наконец, относительно десяти заповедей Божьих в Библии сказано определенно: ими грех познается. А это значит, что мы грешим, если отказываемся их соблюдать. И вопрос не только прелюбодеяния или воровства, но и нашего отношения ко дню субботнему. Будем ли мы помнить о нем или станем игнорировать заповедь Божью, а впоследствии и своим здоровьем?» Такой горячей проповеди о дне субботнем я давненько не слышал. Православные собратья, я не хочу, чтобы слова патриарха Кирилла стали для вас доказательством. Это не его заповедь, и как он правильно сказал, суббота является заповедью Божией, которая, как и остальные, является единым целым законом Божьим. Я очень рад, что такая личность, как патриарх Кирилл, не противится Богу, а открыто и публично признает авторитет нашего Творца. Но, друзья мои, есть и другая сторона медали в этом событии. Представьте, что вы всю жизнь проживаете, нарушая закон, лишь по причине того, что не верите Писанию, и на суде скажете в оправдание свое: «Меня так учили», и укажете на своих духовных лидеров, которые скажут в оправдание свое вам в ответ: «Кто я, чтобы отменять закон? Ты читал Библию, ты назывался христианином, надо было чтить заповеди, и не вини меня в своих грехах». Ситуация напоминает первое грехопадение человека, когда на обличение Господа Адам отвечал в оправдание: «Мне дала есть жена, которую ты мне дал». А Ева, в свою очередь, ответила, что ей змей дал есть. Вот так с тех пор и живем, перекладывая вину друг на друга. Только на суде Божьем это не будет оправданием. Вам решать, кому верить, Богу или сатане, библейским заповедям или сатанинским. Знаю одно, что Бог и Его истинно поругаемые не бывают, и все, что делает человек, делает себе в осуждение. Еще недавно с пеной у рта меня и этот фильм осуждали многие в социальных сетях, и особенно за субботу. И скажите, как выглядят они сейчас после того, как их духовный лидер публично признал библейскую истину о законе и субботе? Чтобы сделать заключение этой части, данной темы хочу уверить вас, что моя цель не агитировать вас стать членами Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Бог мне свидетель, что нет. Верьте в Иисуса Христа и чтите Его 10 заповедей, и будете спасены. Представьте себе такую картину. Вам назначил Бог свидание в субботу, а вы приходите в другой день недели. Застанете ли вы Бога, если Он и вся Вселенная ждет вас на особую встречу в субботу, в настоящий день покоя? Для вас приготовили особые благословения, но вы не пришли. Подумайте серьезно над этим простым примером. Вам ничего не стоит испытать Господа и не работать в субботний покой, и вы, мои друзья и собратья, получите великое благословение, либо примите печать, знамение нашего Творца. И святите субботы мои, чтобы они были знамения между мной и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Мне очень нравится притча о семи женщинах, описанная у Исаии в 4 главе. Она так остро подчеркивает настоящее лицо современных церквей. «И ухватится семь женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». Мы с вами уже говорили, что женщина символизирует в Библии церковь. В данном случае пророк описывает духовное состояние церквей последнего времени. Когда Бог предлагает нам свой хлеб жизни вечной, мы почему-то предпочитаем свою мирскую духовную пищу. А когда Он предлагает свои одежды праведности, мы предпочитаем оставаться в своей греховной шкуре. Но при этом мы просим Господа снять с нас позор и называться Его именем – христианами. Удивительно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир превращается в ад.
Удивительно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит Библия. Удивительно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не делая ничего из того, о чем говорит Библия. Удивительно, когда кто-то говорит: «Я верю в Бога, но сам следует за сатаной», тоже, между прочим, верящего в Бога. Удивительно, когда посланные по имейлу шутки распространяются со скоростью света, но люди трижды подумают, пересылать ли дальше сообщения, в которых говорится о Боге. Удивительно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в интернете и на телевидении, а в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна. Удивительно, когда можно быть всеми руками за Христа в день богослужения, но быть незаметным христианином всю остальную неделю. Удивительно, что всех нас больше заботит, что думают о нас другие люди, чем то, что думает о нас Бог. Разве вы этого не замечаете? Я вижу это каждый день, и поверьте, что сам грешен во многом. Но разве этого ждет Христос от своих истинных учеников? Задумывались ли вы, каким хотел бы видеть нас наш Спаситель? Давайте рассмотрим этот вопрос. Иисус называл нас солью земли и светом миру. Это было сказано в знаменитой Нагорной проповеди. Эта проповедь взорвала все общество древнего Израиля. Давайте рассмотрим те характеристики тех, кто сможет унаследовать Царство Небесное. Для этого я приглашаю вас на ту гору, где звучали эти революционные слова. «Блаженны нищие духа, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Представьте недоумение людей, которые услышали эти заповеди блаженства с уст учителя. В Израиле всегда считали, что наоборот, только духовно богатый человек ближе к Богу. Скажите, разве сейчас наше общество изменило свои взгляды в этом вопросе? Разве мы считаем себя больными? Конечно, нет. Прошло 2000 лет, а христиане до сих пор не понимают глубину этих заповедей блаженства. Что такое нищета духом? Это то состояние, которое должны испытывать мы все, называющие себя христианами. Мы должны всегда испытывать, что нам мало духовного, несмотря на то, сколько мы находимся в церкви, или сколько книг прочитали, и даже какой мы пост занимаем в наших общинах. До самого пришествия Христа мы потенциальные грешники, и все наше существо пропитано желчью греха. Гордиться нечем, дорогие собратья. Мы не можем представить себя кроткими. Как в этом диком мире мы сможем воздержаться от гнева или раздражительности? Ведь мы знаем, что по правилам этого мира побеждает сильнейший и наглость второе счастье. Не так ли? А как жаждать правды, когда весь мир кричит нам в ухо: «А что есть правда? И кому она нужна? Разве часто мы с вами заступаемся за истину?» А милосердие так вообще является некой забытой субстанцией, пережитком прошлого для современного христианина. Мирская заповедь, что своя рубаха ближе к телу, так по душе, что легче ее придерживаться, потупив взгляд в землю, чтобы не видеть нуждающихся, тогда как небеса взывают вас помочь ближнему вашему. После этого я даже не хочу затрагивать заповедь о чистоте сердца. А вот о гонениях и поношениях в наш адрес так можно просто всех вас успокоить. Какие гонения, собратья? Мы ведь такие пушистые и мирные, что никому не мешаем. Никому, в том числе и сатане. Мы все так его устраиваем в таком спящем состоянии, что и ему хорошо спится по ночам, и ему не снятся кошмарные сны. Поверьте, что и у сатаны есть кошмары. И этот кошмар, когда кто-нибудь из детей Божьих вдруг проснется из своего греховного сна и, услышав призыв Господа возвещать истину, начнет гореть, как свет миру.
Сатане нужна полная темнота на этой земле, и если загорается хоть лучик света Божьего, то он вздрагивает в ужасе, так как знает, что это очередное напоминание, что ему осталось совсем немного. Решать вам, спать в одной помойке с сатаной или проснуться и быть Божьим светом. Молчать в страхе, быть услышанным или говорить миру правду о великом плане спасения. Жить по законам сатаны или сохранить в своем сердце веру в Иисуса Христа и чтить 10 заповедей Вселенной. Решать вам. В прошлой серии я обещал рассказать, как пережить страшные времена финансового кризиса и предапокалипсического периода. Я сдерживаю свое обещание и предлагаю вам вспомнить о чудесах. Вы, наверное, подумали, что я предложу вам историю о манне небесной. Нет, хотя такой вариант я тоже не исключаю, если вы в этот период окажетесь в пустыне, как Израиль, в своем 40-летнем блуждании. Я хочу вам напомнить о тех простых чудесах, которые нас окружают и которые были вытеснены из нашего сознания сатаной и его земной системы, которая нас всех поработила. Как я и говорил ранее, что мы так сильно зависим от нашего привычного быта, что нам тяжело представить, что в одночасье все это может просто выключиться. Я сравню это с наркоманией, так как принцип тот же. Вначале нас приучают и присаживают на иглу бытового уюта, современных технологий, легкодоступной еды и так далее. И вдруг, допустим, что происходит невиданное землетрясение, которое обещает Библия. Оно уничтожает электростанции, тепловые сети и другие коммуникации. Останавливается весь транспорт, все производство, магазины перестают работать, и в этом хаосе начинается мародерство и массовые преступления. Города полностью парализованы. Власти не в состоянии навести порядок, так как землетрясение нанесло колоссальный ущерб, и они пытаются сохранить свою политическую репутацию и никому не делать до вас и вашей семьи. В таком хаосе будет, как описывает Библия, находиться весь мир. Все, от чего вы зависели, попросту не работает. Система рухнула. Вам нечего есть, пить, вам нечем согреться, и, возможно, ваша квартира разрушена, или вы испытываете страх перед хрупкостью ваших многоэтажек. Вы спросите меня, и что же, где же чудо? Именно в этот момент обычно все и ждут чуда. Да, вы правы, по-своему. Ведь именно такое вы не раз видели в кино. И именно там вдруг появляется герой, этакий суперчеловек, и всех спасает, и все возвращается на свои привычные места. Но, увы, это только в кино. Чудо, о котором я расскажу, должно произойти в вашей жизни намного раньше описанных мною событий, иначе вы сами будете ответственны в ваших бедах и несчастьях вашей семьи. Многие не верят, что катастрофа Земли очень скоро грядет, но вспомните, что так и думали во времена Ноя. Это обязательно будет, и вы должны быть готовы. Первое чудо, которое должно произойти, должно коснуться вашего сознания. Вы должны понять, что нельзя и в дальнейшем находиться на игле у этой системы, и что пора задуматься, как и где создать свой быт, чтобы быть максимально свободным от газа, света, водопровода, канализации, магазинов и банков с их лживыми системами. Это возможно, только если уйти из города и иметь за городом свое хозяйство и небольшой дом со всеми независимыми коммуникациями. Вы уже испугались трудностей? Не стоит. Если вы серьезно осознаете, что ожидает нашу планету в ближайшие годы, и поверьте, что речь идет не о десятках лет, а о единицах, вспомните все предыдущие темы, которые нам указывали о скорой исторической кульминации. Просто поставьте на весы то, что имеете, и вы поймете, что то, что сейчас высмеивается обществом, и то, что они называют деревней и примитивным бытом, вскоре станет благословением и вашим спасением во времена скорби. И главное, что после этого Господь дарует нам нечто большее, что мы пока не можем даже себе представить. А что же с городами будет? Если вы человек логики, то сами поймете. Пик человеческой цивилизации рухнет вместе с их городами и мегаполисами. Конечно, для городского человека переезд в село – это большой шок, но поверьте мне, что это не смертельно, а даже назидательно, и если вы с Богом, то послужит ко спасению. Чем вы скажете, я там буду заниматься? Ответ простой. Заново учиться жить. Вот тут я предлагаю вам и следующее чудо. Посмотрите, какое оно маленькое и легкое.
Да, вы не ошибаетесь. Это простое семя. Мы забыли с вами о простых чудесах Божьих. Наше сознание изменено культом высоких и далеко не безвредных технологий. Посадив вот такое чудо в вашу землю, через некоторое время вы по-настоящему оцените ее так, как это вам подарил сам Господь. Ведь у этого семени есть прародители, которые были созданы Творцом еще в Эдемском саду, и с этим вы не сможете поспорить. Разве это не является чудом? Что, скажите, нужно нам, людям, для счастья? Разве так много? Накормленные дети, крыша над головой, тепло и Божья мудрость и благословение. О благословении и мудрости хочу сказать, что они не падают нам на голову с потолка или с неба. Нам Бог дает возможность сейчас приобрести их. Вы еще все напуганы и скажете мне, что не занимались земледелием никогда и не справитесь с этим. Но тогда я скажу вам, что вам пора выключить ваши любимые сериалы и начинать изучать овощеводство, домоводство и все, что вам будет так необходимо уже сейчас. Интернет вам поможет. Google знает все. А если серьезно, то вспомните войны 20 века, и вы увидите, что села легче пережили те тяжелые годы, чем голодные разрушенные города. И вспомните пророчество 13 главы Откровения Иоанна, где написано, что никто не сможет ни покупать, ни продавать, кто не будет иметь начертания, то есть чипов. Не спасет ли вас ваше небольшое натуральное хозяйство? Если и это вас не убедило, то тогда мужайтесь и приготовьтесь к серьезным испытаниям скорого будущего. Когда-то Иисус сказал, что горе тому, кто будет закрывать детям Царствие Небесное. Скажу, что сатана очень преуспел в наших семьях в этом вопросе. Нас, родители, сделали врагами для наших детей. Система образования – сплошной диктант, продиктованный сатаной и его демонами. Эта система рассчитана на то, чтобы уничтожить наших детей, психологически отняв у них здоровье и силы. В них силы впихивают все, и в очень больших объемах, сделав их очень важной финансовой индустрией этого грешного общества. Вспомните, что сказал злосчастный директор ЦРУ Даллас Аллен. «Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, будем браться за людей с детских и юношеских лет и главную ставку всегда будем ставить на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать». Вас это не настораживает? И самое страшное, что эта система нас, родителей, заставляет ломать собственных детей. Эти детские глаза подчас ждут от нас понимания и сочувствия тогда, как мы даем им жесткость и сплошные требования. Я не против знаний и обучения, но я против такой системы, которая основывается на подавлении личности, страхе и конкуренции. Все эти принципы являются сатанинскими, и они убивают сердца наших детей. Задумывались ли вы, что мы готовим для них то будущее, которого попросту не будет? Своей зависимостью от общественного мнения мы заставляем их становиться банкирами и финансистами, потому что это модно и престижно, забывая, что наш Иисус на земле был простым плотником и миссионером. Мы толкаем детей в пропасть разочарования, а после этого негодуем, почему они ушли из церкви. Ведь мы так часто прививаем им ценности этого мира, говоря о престиже и солидности, о том, что надо быть хитрее, а если надо, даже не пожалеть конкурента. И так далее. Разве внушая им законы конкуренции и законы джунглей, где сильнейший выигрывает, мы готовим их к вечности? Повторюсь, что мы готовим их к будущему, которого просто не будет. Страна, в которой я живу, заняла первое место в Европе по количеству безработных с высшим образованием. Эта молодежь попросту не имеет того, что им обещали их учителя и, главное, их родители. Они обмануты, в первую очередь, своими родителями, которые слепо верят и доверяют своих детей чужим людям и сатане. Пожалейте своих детей и услышьте их, ведь, может, сам Господь вам что-то хочет сказать их устами. И, возможно, именно вы закрываете им Царство Небесное и вечность. Вот подходит к концу этот фильм.
К сожалению, я не мог вместить все в эти 6 серий, но это невозможно и, в принципе, не являлось моей целью. Я, как скромный слуга Божий, хотел привлечь вас, чтобы вы изучали Слово Бога и не боялись этой истины. Я хотел показать вам, что все намного проще, чем вы себе это представляете, и что Библия не является мистической книгой, а реальной книгой, которая описывает реальные события прошлого, настоящего и будущего. Мы стоим с вами на самом краю человеческой истории современного мира, и, возможно, наши глаза увидят то, о чем говорят последние пророчества. Жизнь наша так хрупка и непредсказуема, что никто не может уверенно сказать, что с ним произойдет через 5 минут. Однако находятся христиане, которые строят планы на десятилетия. Как минимум, мне этого не понять. Скоро, очень скоро все изменится в одночасье. Рухнут все человеческие структуры, идеалы, многовековые проекты и бизнес-планы, и даже пресловутая демократия. Все потеряет смысл. Все, кроме одного – спасение во Христе и жизнь вечная. Представьте, в каком смятении духа будут находиться большинство людей этой планеты. До сих пор они верили своим политическим лидерам, духовным наставникам и верили, что человечество сможет привести весь мир к полному процветанию и миру. Но, увы, им суждено горькое разочарование. Нечто подобное испытали жители великой державы – СССР. Они были обмануты и разочарованы, когда их надежды были преданы их же лидерами. Они верили в рай на земле под названием коммунизм, а получили разруху, войны, голод и депрессию. Скоро настанет и тот день, когда рухнут все державы этого мира и будут постыжены все сильные мира сего. А что же с нами, с простыми людьми будет? Самая страшная беда состоит в том, что люди не учатся на старых ошибках человечества и продолжают слепо верить в человеческие догмы, басни, отвергая разумное учение Господа. Если ты христианин и говоришь, что веришь в Иисуса, то веришь ли до конца и всему, что Он говорит? Готов ли ты сейчас полностью признать его авторитет, или же твоя вера как некое модное приложение к жизни? Если так, то мне жаль тебя. Ты на очень опасном пути, и никто, поверь, никто не в состоянии тебе помочь, и даже Господь не сможет тебя силой спасти, пока ты сам не вступишь на его территорию, на территорию истины и правды. Ты спросишь, как это сделать? Если ты устал от самого себя и от своих грехов, то просто расскажи об этом Христу. И Он наведет в твоем сознании порядок. Читай Его слова и поспеши, так как времени осталось очень мало. И знай, что Господь приготовил для нас всех жизнь вечную, тогда как многие люди идут по доброй воле в погибель. Дай шанс себе и позволь Богу победить в этом великом заговоре против Христа и тебя лично. Посмотри, что обещает тебе и нам всем Господь, который обязательно исполнит это обещание. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Это скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Неужели ты поменяешь благо этого несчастного грешного мира на то великолепие, которое нас ожидает после пришествия Иисуса? Знай, что есть люди, которые молятся за тебя каждый день и хотят встретиться с тобой на новой земле. Взвесь все тщательно и сделай правильный выбор. Теперь все в твоей судьбе зависит только от твоего решения.